понятия не имею, что за ноунейм этот Артем Граф. Чат спамит, потому что, скорее всего, это какой-то очередной разоблачитель. Опять же, сделал реакцию на мой видос. Ну, я так предполагаю. Типа, YouTube закроет завтра. Что будет делать Артем? Когда-то важная персона СНГ-блеститель. Ты был убийцей трафика, медиа-повелитель. Теперь я вижу, ты по ту сторону баррикад. Ты поднял руки вверх, а в моих видишь автомат. Ваня, что с тобой стало? С твоего пьедестала. Пиздеть нужно по фактам, тут авторитета мало. Твои слова наивны, примитивны, их проценить. И после этого в них будет правды 3%. Кучка молчаливых слабаков. Я представитель кучки слабаков и молчаливых. Тебя я вынес, это укрощение строптивых. Пиздишь про власть, денег укласть, и каждый тут терпила. Твои арты и посты Украина оценила. Твоя страна боролась, а ты бороздил просторы. Раша, Европа, Япония, Польша, нужно больше. Кому ты затираешь про позицию и выход? Если за президента ты болеешь в углу тихо, значит страна терпил народ убийц и глупых моря. Тебя в твоих словах топлю, помни Мементо море. Ты заявлял, что русский создан украинской мовой. Кирилл Мефодий в ахуе от инфы стопудовой. Не лезь в политику, прошу, я же все понимаю. В стране пожар, хочу помочь, но что сделать не знаю. Я слышу, как он говорит, ты жертва пропаганды. Лучше тебя дозирует инфу житель Уганды. Я не против страны режима, я против тебя. Риторика у нас одна, но увы не твоя. Ценник висит на каждом, но мой товар на просрочке. Зови меня во сне, совы мои папины дочки. В первые дни Симпо закинул миллионы гривен. Пока ты в кресле дома пиздел, то из нас игривей. Ты запустил стрим на твиче, весь твой чат в моем нике. И ты старательно игнорил и скрывал улики. Миллион человек свидетелей твоей амброзии. Слова твои ржавеют, не спасу их от коррозии. В навозе ты, и как же грустно так осознавать, когда ты никому не нужен, на себя плевать. Твои просмотры в линейке планет, это Меркурий. Мой ролик набирает больше, пока ты там куришь. В печальном видео, где мы хотим поговорить, ты слез на всех зайдешь бороться, правду говорить. А на своем твиче трактуешь ты другое мнение. Ты русофоб, ты остолоп, ошибка поколения. Когда ты был уважаем, но люди взрослеют. Тот Иван Гай, он настоящий, остался в музее. Всех мирных и трезвомыслящих людей, например, таких как Артем Граф, я абсолютно не хейчу, наоборот, респектую, потому что он выходил на митинги. Все, кто вот сагрессировал на меня и начал клепать свои разоблачения, в том числе Хованский, там что-то Усачев говорил, Поперечный что-то говорил, Артем Граф. Короче, все, кто вот на меня разоблачения наснимали и создали такую вот репутацию мою негативную, только потому что я вот достаточно в жесткой манере высказался. Если бы все эти сильные, буквально, я скажу, это сильные личности, умные чуваки, умные мужики. Если бы мы все объединились и какой-то одной инфоповесткой направили всю свою агрессию в нужное русло, а не друг на друга, то мы бы добились большего результата.